Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. В Курском парке, именуемом в народе Бородино, прошло очередное мероприятие под эгидой централизованной системы библиотек областного центра. В этот раз тематикой летнего читающего парка стали любимые книги детства. В рамках летнего парка «Чтение» мы приглашаем курян и гостей города принять участие в литературном калейдоскопе про любимые книги, который посвящен замечательному празднику «День воспоминания любимых книжек». Своими детскими литературными предпочтениями делились и куряне, и курские писатели. Буду читать Рэя Брэдбери, потому что я не представляю лето без Брэдбери, без «Вина из одуванчиков». Но это будет «Летнее утро, летняя ночь». Это логическое продолжение «Вина из одуванчиков». Здесь мини-рассказы, которые всех нас погрузят в атмосферу детства, лета и беззаботного времяпрепровождения. Вот. Разумеется, произведения различных авторов – это основное литературное меню. Но были и другие угощения в виде зажигательных танцев, музыкальных, вокально-инструментальных номеров, веселых конкурсов и мастер-классов, во время которых дети могли изобразить своих любимых персонажей из книг. Не менее впечатляющим оказалось выступление юных чтецов. На папиной восьмерке у стекла ближе к рулю нацарапала отверткой: «Папа, я тебя люблю». Шил и скроил мне одежду, кто прочно сточал сапоги, кто в сердце вселил мне надежду. Разумеется, не обошлось без подарков в виде оригинальных хендмейд закладок для книг. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.